Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Артура, ник Артур 5, 44 тысячи самов, сейчас глянем, не знаю, накопленные, надуманные, непонятно, поехали посмотрим сразу же на героев, что нам надо сегодня выбивать. Так, а ну без теса Командора, вот тут есть что выбивать, в принципе, Бугимана только с таких недостающих ПБшка. Ну, интересные герои, конечно, специфические, скажем так. Если у него их до сих пор нет, значит будет веселый роллинг. Такс. Окей. Такой вот у нас коллекционер. В принципе, он стандартный на этой неделе. На две недели один тот же Коля, поэтому не удивляйтесь. Так, что тут у нас? Где его гильдия? Он вообще не заходил в игру еще. Так, гильдия кровью и потом. Вот так вот. Битва гильдий. На атаку фортов ребята пока не ходят. Кидайте заявочки и будете бегать вместе. Участие в битве гильдии обязательно. Автовызов. Не понял. Не понял, о чем это. Не, ладно. Поехали, смотрим, что у него тут на аккаунте есть интересного. Кем донатом? Каменка. Ну, каменка там не нужна. Так, раскол на архидемона, скорее всего. Да, с талантиками пока. Пока печалька тут. Даже очень печалька. Ара хоть хороший. Так. Вообще жесть. Да, с талантами, короче, на аккаунте полная беда. Так. Ну тут хотя бы пошли ремки. Это хоть радует. Так, окей. Разобрались. Поехали, поехали дальше. Поехали ролить, ребят. Посмотрим, что нам сегодня приготовил рандомчик. Мест на складе нет. Значит, будем докупать. Так, хранитель. Сейчас надо будет посмотреть, если дальше будут места, надо будет просто эмблемки подделать. Так, студеный. Пейка. Черепуля. Ну, на таком аккаунте, конечно, это все. Призрачный за 150, паладин за 150. Но тут просто дилемма, что же делать. Ролить по 150 или ролить так. Фрэнки. Королева Гарпи, одержимый, ну, такое. Гарбу, Медуза. Да, печально, печально, что-то как-то. Еще один Фрэнки. Интересненько. Вот, вот, вот оно, ребятушки. Вот это оно. Делал сегодня обзорчик. Ну, я вам видосик сегодня записываю. Можете вернуться там на пару дней назад, не знаю, на неделю, когда видос выйдет. Будет еще и обнова. Ну, поздравляю, очень хороший герой, как для подземок, так и для других локаций. Но я думаю, у него подземки, скорее всего, уже пройдены. Нифига себе, нет. Ого. Прикольно. Странно даже очень. Ну окей, поехали дальше. Командора, в принципе, если он ее вольет, у нее ресурсы и прокачает. Налегке затащит. Стрелок. Вот, пошли им во герои. Ну, слизни, я так понял, мы не соберем. Что-то последнее время
Капитан Рогатка даже упал. Слизни начали плохо падать. Что за фигня? Драка с Медуза Афина. Сноу. Ну, хоть Командору выбили за 40. За 40к, хоть это радует. На таких аккаунтах, конечно, тяжеловато выбивать. Ой, да ладно, у нас 14-15. Не, мы собрали все, поздравляю. Офигеть, подфартило. Реально подфартило. Так, собрать. И собрать. Смотрим, что там у него на складе еще интересного есть. Так, использовать. Отлично. Так, подарки копит. Непонятно зачем. О, коробочки есть. Поехали, стырим у него пару коробок. Вот так вот бывашку вытащили сразу же. И я даже фиг его знает, кому ставить. Героя уйма. В общем, подумает. Самоубийца Командора. Ну, вот так вот как-то. В принципе, все, ребят. Не буду там рассказывать что-то. Пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки. Поздравляю с недостающим. Всем удачи, всем пока.